Здравствуйте, с вами Пасека Загайновых, меня зовут Михаил. Довольно давно к нам обращаются русские немцы, переехавшие из России в Германию. И вот, наконец-то, мы доставили нашу продукцию одному такому человеку в Баварию, и он записал отзыв. В общем, смотрите, что он думает о продукции с Пасеки Загайновых. Hallo, alle miteinander. Einen schönen Gruß aus Deutschland. Здравствуйте, всем большой привет из Германии. Вот сегодня решил записать краткое видео о продуктах пчеловодства. Как-то пару месяцев назад я решил зайти в интернет и найти информацию о пользе маточного молочка. И нечаянно наткнулся на видео, где семья Загайновых дает интервью какому-то каналу. И вот, посмотрев несколько видео, мне сразу же понравилась эта семья. Почему? Потому что вот там люди рассказывают, как они создавали свое дело всей семьей. Почему они мне понравились? Потому что сразу видно, что люди относятся к своему делу добросовестно и с любовью. А для меня это, например, очень важно. Почему? Потому что, как мы знаем, если человек любит свое дело, все равно какое дело, и делает его с любовью, то это дело несет обязательно многократно пользу, здоровье и радость. Вот поэтому я сегодня радуюсь. Почему? Потому что вот месяц назад я заказал продукты пчеловодства и вот недавно получил их. Вот сейчас они стоят на моем столе. Заказал я мед, заказал и маточное молочко, прополис, мед я также заказал с спиргой и маточным молочком. И вот перга, просто чистая перга. Вот маточное молочко. Заказал я 6 флаконов. Тоже очень полезная вещь, очень хорошо помогает. Сразу скажу, что после нескольких приемов уже почувствовал прилив сил. Вот стоит мед, где-то 4 килограмма, или даже больше немножко, 4 килограмм. Мед очень вкусный, очень ароматный. По крайней мере, в Германии здесь я еще такого не встречал, хотя я постоянно употребляю мед и заказываю пасечников, покупаю в магазине, но, к сожалению, такого вкусного я еще не ел. Вот мы уже полбанки съели. Дал родственникам немножко попробовать, тоже так же говорят, что здесь еще такого меда не ели. Ну, что я хочу сказать? Хочу сказать, что посоветовать, особенно россиянам, потому что вам там ближе, приобретать продукты пчеловодства у семьи Загайновых. Посмотрите сами несколько видео их, есть в Ютубе. Посмотрите и делайте выводы. Очень хорошие продукты пчеловодства. Ну и хочу, пользуясь моментом, поблагодарить семью Загайновых за то, что они относятся к своему делу с любовью и уважают природу, ценят ее. Спасибо еще раз и до свидания.